Аппарат, по-моему. Ты прямо сейчас в толпу приедешь, Оружерск. В этой пожарке справа. Пожарки справа, бейте там, бачка была. Давай быстро, дальше, давай. Приезжай. Постреливайся, патрон перезаряжай новую коробку. Может быть. Там 86 нормально еще. Наверное, выкинуть пацанов. Выкинь пацанов, поедем вдвоем. Мы вдвоем все вместе едем. Слушай, заправку. А куда идем воевать? Заправку или куда? Пехота справа. Тормоза! БТР вижу, БТР правее, БТР едет. БТР правее. Я в красный дом. Готовь трубу. Перезарядка. Где правее-то, блин? Увози нас отсюда! Я блядь, полный БТР есть! За БТРом едем! Прямо перед нами БТР! Прямо перед нами БТР! Да подожди, заряжается еще! Чувак, заряжается еще, держи! Готов, сейчас, разворачиваю! Короче, слип. Я без карты попробую. БТР, слышу. Бетр за пожарку заезжает. В пожарку заехал Бетр. Чего? Ой, хорош там прорядил. Короче, там, где вот мы остановились, там БТР остался. К заводу подъезжает. Шайтан живой? Да. К заводу БТР подъезжает. Понял, слышу. У вас труба есть у кого-то? Да, бегу к заводу с трубой. БТР на завод приехал. У меня трубы нету. По-моему, он приехал. Еще один есть, пехота БТР. Сам минус. Выбили, хорошо. Хорош. На пожарке враг. Как точно. Еще один БТР катается. А на Йорк в гору нашу уходит? На сервер. На меня БТР едет кто-нибудь, помогите, пожалуйста. Сейчас для стрелка. Шайтан, кинь ГПшку на пожарку. Нет, ГПшку. Я бы сейчас по ГПшу пожарку. В окно? Или куда я тоже? Нет, крыша один. Снайпер. Принял сейчас. Принято. Это нормально, что из машины вылез? Слава яйцам. Нормально? Не, ну, попал нормально, не вижу, живой, не живой. Сейчас туда даю. Все, харе. Я в окно хочу попасть. Чуваки, я зарядил этот, готов ехать. Есть кто со мной? Так, Бетер сжег, который в воде, он тонет. Хорош, хорош. Что за гранаты, блядь? Все, пожарка харе, подхожу, харе. У нас ГПш от с юга, с ТЭСа. Да, танки, на командир. Вот они там еще есть, стреляют. Убил, хорош, гранаты. Принял. Дрон. Да, да, живой. 6. А, не у заправки дрон или где? Ой, это. Не могу говорить, по мне огонь. Они в лесу в этом. Я же говорю, мы с вами уже продаем. Красный дым. Все, а, это мой красный дым.
Выше, выше обходите их. А белый дым чей? Свои. Шайтан, я понизу, да. Я понял, он где-то примерно посередине. Хорошо, был этой высотки. Пошли. Он был посередине высотки, за деревом валялся. Понял. Кажется, они ближе к верху, потому что я ниже. Не-не-не, не, по центру, по центру. По центру. Держи просто снизу вверху. Его, слышишь, там кто там говорит? Так понял. Я смотрю, не вижу никого. Я одного убил, а больше никого не вижу. Кто семерку лутает? Я. Понял. Дрон живой? Да, его убил. Взял РПГ-7. Так, вижу, у них тут командир. Шайтан, еще я взял снаряды для твоей РПГ-7. Да, у них бетеры все вроде сгорели, можешь выкинуть. А, вот УГ-шки остались? Так, чуваки, Шайтан, я сейчас на юг. Кто стрелял, кто стрелял? Я стрелял, убил одного. Где, Ася? Прям возле заправки, в елках. Давайте к заправке. Даю туда ХАЕ, слушай взрыв. Стой, я тут сверху. Сейчас отойду. Давай. Вот ровно на взрыве там. Все, принял. Больше не надо, пожалуйста. Он в ёлке был? Угу. Пойду проверю. На горе кто? На горе твой? Я. У домика на юге. Да, это я был. Ага. Тут один плыл, я его ранил вроде. Не знаю, вроде убил. Понял, возвращаюсь в город. Отель, говорят, идут оттуда. Угу. Начинаю спускаться. Достаточно, в принципе, можно, я тоже так могу. Понятно. Хорош. Вперед. Можно просто немножко, понимаешь, можно придерживаться общего, ну, приказа, то есть надо идти, но при этом быть отдельно от команды. Это, конечно, карается, но при этом ты можешь намочить, потому что тут ебашить там команду. Там для себя игра. Ну да, но это нельзя вообще на том, как понимается. Вчера играли карту, короче. Ты сейчас научишь, Антон. Это наших богат уходит. Назад разворачивай. Командования нет, особо. Командования нет, назад разворот, блядь. Давайте высадим. Налево. Старк, ты живой? Не надо высадить. Наши разбомбили. Блядь, отъезжаем. Так они шо, они нас не видят нас. Да? А давайте высадим. Все, блядь, командования у нас нету, нас разъебали. Кто у нас старший стрелок? Я старший. Лидер у нас, два тим лидера. Кто первый тим лидер? Парни, только не в кучке, а то сейчас накроют всех. Шайтан, Солян. Жив? Нет? Да, я же говорю. Нам Соляю. Надо продолжать, по идее, на запад двигаться. Запад. Триггер на западе, да? Да, запад, продолжаем потихоньку. Давайте, да. Тут есть поля такие, севернее проходите, поля хлебные. А, я вижу, да, застройки, слышите, застройки башат. Не торопитесь, то убьют нас. Потихоньку. Это что, на севере стреляет? Я с правой стороны дороги, слушай, на холмике. Кустиками, идите. В этом кишлаке противника быть не может. Не могу с базы выходить. Да, я говорю, всё сразу. Я уже выходил. Вон там наш красный джип посадился. Азиму 270. Рядом.
присоединяйтесь к группе ВКонтакте. Там я выкладываю видео, которые скрыты на канале, анонсы, скриншоты и прочее. Ссылка в описании под видео.